Начнем, наверное, с кратких итогов матча. Почему сегодня удалось победу, скажем так, удержать и победить «Магнитку»? Ну, да, не удалось, не хватило голика, наверное, одного, не знаю, силенок, наверное, эмоций. Много потратили с автомобилистом. Вот, и... В принципе, неплохо начали, инициативы владели. Все-таки какой момент «Магнитка» смогла игру изменить? Что стало ключевым фактором сегодняшнего такого неуспеха? Ну да, вот они как бы забили гол на контратаке, как бы, наверное, вот это вот ключевое все-таки 1-1. И потом они терпели, вот, и дотерпели. Что можно сказать о вот этих двух прошедших матчах против «Магнитки», потому что они наверху таблицы вместе с «Автомобилистом» также идут, мы догоняем. Как это характеристика вот этих двух встреч, которые прошли, потому что такой мини-плей-офф получается? Да, согласен. Ну, как бы это, в принципе, для нас хорошая репетиция, хорошие уроки. Надо сделать из этого выводы и быть сильнее.